Супер-яхты. Урк когда-то был крохотным островком, ныне это город с самой крупной судостроительной и рыбной промышленностью в Нидерландах. Здесь находится старейшая судоверфь, принадлежащая одной семье с 1768 года. Раньше верфь специализировалась на ремонте рыболовных судов. Но в 1932 году с появлением дамбы Афслотдайк все изменилось. Дамба была построена для защиты Нидерландов от затопления, но стала причиной серьезного упадка рыбного промысла. Судостроители начали строить корабли и частные яхты, а с 2004 года и супер-яхты. Дан Болк, теперешний глава компании, представитель седьмого поколения ее владельцев. Мне нравится работать с людьми, с рабочими, с клиентами, со всеми, кто задействован в проекте. Мода на громадные яхты способствует развитию компании. Верфь имеет три эллинга. На ней работает более 130 квалифицированных рабочих. Но о семье здесь по-прежнему не забывают. Это родственницы Дана. Моя мать, жена Дана Стелла, тетя в администрации, брат в мастерской. Я горжусь Даном и всегда говорю об этом. Я стала гордиться им, когда ему исполнилось 30, и он встал во главе компании. Я надеюсь, что нас ждет еще больше успех, но понимаю, что работы предстоит очень много. Мой отец не очень ладил с людьми и забывал о том, что в конце концов это бизнес, а я чувствую ответственность за всю компанию. К концу месяца нам нужно заработать денег, чтобы заплатить всем рабочим. Отец иногда забывал об этом. Последний проект компании – Михаил Воронцов. Крупнейшее классическое парусное судно в мире, выполненное из дерева. 65 метров в длину, 10 в ширину, классическое снаружи и радикально новое внутри. Воронцов уникален. На настоящий момент это самая крупная парусная яхта в мире. Ее уникальность основана на традиционной конструкции. Май 2011-го. Строительство яхты началось в Турции, но инициатор проекта Валерий Степаненко изъявил желание закончить его в Нидерландах. Мистер Степаненко – человек, почитающий традиции. Ему нравится старый способ строительства яхт, но он хочет чего-то особенного. Меня интересовало, в первую очередь, яхты, которые были построены из ламинированной древесины. Я обнаружил, что в 50-х годах были построены по технологии ламинированная древесина минные тральщики для военно-морских сил Франции. И мы решили попробовать, что, возможно, у нас получится построить большего размера. Проект не из легких. У Валерия весьма обширные планы. Проект подразумевает 3 мачты и 8 парусов, общей площадью в 1500 квадратных метров. Принадлежать она будет анониму, который во всем полагается на Валерия. Потом, это яхта, о которой я очень долго мечтал в своей жизни. И я хочу, чтобы она реализовалась. И она реализуется. Валерий предпринял невероятное для осуществления этой мечты. Построил судоверфь в Турции специально для постройки новой яхты. Меня часто задают вопрос, почему вы делаете то или иное. Я всегда отвечаю, мне очень интересно делать то, что никто еще не делал до меня. Такого размера никто за всю историю не строил, за историю человечества. И мне это интересно. Строительство судна из ламинированной древесины требует специальных знаний и тонны качественного материала. Это древесина из Африки и из восстанавливаемого леса. То есть, когда его срезают, на его место садят новый лес. Амбициозному проекту Валерия не обойтись без голландских специалистов.
громадный каркас из красного дерева нужно привезти в Нидерланды. Транспортировка каркаса из Турции в Урк займет 10 недель. С точки зрения логистики, это сущий кошмар. Каркас нужно было везти на понтонах до самой судоверфи. Мы переместили его при помощи трех громадных кранов. Нам нужно было спустить его на воду, потом снова поднять на эллинг и перевезти в док. Ноябрь 2011-го. Каркас в ангаре. И Дан рвется в бой с нескрываемым энтузиазмом. 65 метров, 320 тонн красного дерева, покрытого эпоксидной смолой, три мачты, то есть три паруса. Док оснащен специальным оборудованием, контролирующим влажность, чтобы избежать деформации дерева. Процесс контролирует компьютер 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Держит влажность на уровне 60%. Это макет позиции штурвала. Так он должен выглядеть. Мы показали его владельцам, и их все устроило, так что он готов к следующему этапу. Все будет сделано, следуя согласованному плану. Самая большая проблема – это небольшие размеры судна. Оборудования много, и уместить его достаточно сложно. Идет подготовка к разработке внутренней конструкции яхты. Плотники тщательно замерили элементы корабля. Эти результаты они используют для планировки обшивки дна. Затем они приступят к обшивке остальной части каркаса, и все должно быть подогнано идеально. Но строители Воронцова сталкиваются с серьезным препятствием. Турецкие кораблестроители успели закончить только основную конструкцию, и голландцам нужно доделать некоторые важные детали. Например, иллюминаторы. Отверстий еще не было, а толщина стенки, где должны находиться иллюминаторы, доходила до 30 сантиметров. Вы понимаете, как было сложно сделать отверстие? Обычно мы имеем дело с алюминием или углеродным волокном. На этом мы набили руку, а эта яхта уникальна. Она выполнена из красного дерева. Мы чувствовали себя как первопроходцы. Это части конструкции в том виде, в котором их доставили. Работы предстоит очень много. Многие элементы, такие как углы и швы, нужно корректировать. Далее. Неожиданный визит взыскательных клиентов здорово пощекотал нервы строителей. Мне не нравится. У него больше опыта в подавлении людей. Он заставил всех нервничать и чувствовать себя неловко. Супер-яхты. Супер-яхты. Каркас самой большой парусной яхты «Воронцов» прибыл из Турции в Нидерланды. Он построен, следуя традиционным методам судостроительства. Но чтобы довести конструкцию до совершенства, каркас должен подвергнуться серьезной модификации. Несколько частей судна нужно полностью переконструировать. Мы демонстрировали крупные части конструкции. В машинном отделении нам пришлось вырезать часть пола, лестницу, ведущую в складское помещение на первом этаже, весь пол первого этажа и палубу. В итоге мы решили снять весь пол и постелить новый. У нас не было другого выхода. Опорные конструкции для массивных мачт – важнейшие детали парусной яхты. На судно длиной 65 метров установят три мачты. Достаточно крепкие, чтобы удерживать 8 парусов общей площадью 1500 квадратных метров. Кажется, что это гигантские балки, выполнены из дерева, но будь это правдой, они бы были слишком хрупкими. Блок ЗИЛ, 25 километров от судоверфи.
Международная команда специалистов создает план мачт и их балок. Алюминиевые мачты соорудят в Нидерландах, а балки создадут во Франции из смеси дерева и сверхлегкого углеволокна. Специальная группа техников создаст традиционный облик высокотехнологичного материала. Алюминиевые мачты сделают в Голландии, а это база изделий из углеволокна. Здесь создадут балки. Сначала на форму наносят деревянный слой. За ним несколько слоев углеволокна. Технология очень сложна, поскольку материал нельзя просто склеить, и это единственный способ добиться нужного эффекта. Снаружи 17-метровые балки выглядят как деревянные, но поскольку они выполнены из углеволокна, они намного прочнее и легче. Дерево должно принять такую же форму, как и углеволокно. Видите, дерево покрывает его сверху. Оно примет такую же форму благодаря воде, которая в нем содержится. Потом мы высушим дерево, чтобы внедрить его в структуру углеволокна. Что особенно в этих балках, так это то, что они должны выглядеть деревянными и быть прочными. А сложность в том, что дерево должно лечь на углеволокно. Для этого разработана специальная система. Можно наложить дерево позже, но в будущем это породит много проблем. Вот почему мы создали новую систему. Эти ребята отлично поработали и придумали свою структуру материала. В итоге дерево стало частью углеволокна. Они стали одним целым. Никакого клея. Дерево становится частью углеволокна. Не могу сказать, как, это наш секрет, поймите правильно. Февраль 2012-го. Нидерланды. Валерий Степаненко наносит кораблестроителям неожиданный визит. Доброе утро. Как дела? Хорошо? Доброе утро. Доброе. Нравится? Да вроде ничего. Очень даже. Прошло 3 месяца с момента его последнего визита на Воронцов. На этот раз он привез с собой партнера по бизнесу. Для Дана и его команды это настоящее испытание. Он управлял крупными компаниями. У него больше опыта в подавлении людей. Он заставил всех нервничать и чувствовать себя неловко. Иногда это трудно бывает принять. Я, например, не мог ночью уснуть после этого. Неожиданные проверки вроде этой всегда напряженные, и это не исключение. А это что? Макет. Макет. Можно менять высоту, поднимать или опускать. Вот, посмотрите. Вот так. Надо, чтобы когда открывалось, уже сразу с едой открывалось, напитками. Когда он открывается, на нем уже должны быть шампанское, еда. Вы можете это устроить? Когда судно маневрирует, вам лучше стоять здесь. Попробуйте. Тогда вы увидите форштевень. Иначе придется делать большой шаг. Мы обсудили высоту ступеньки. Ее нужно расположить так, чтобы было видно форштевень. Если установить ее слишком высоко, будет неудобно вставать на нее. Вот об этом мы говорили. Какую высоту выбрать, сколько сделать ступенек, 2, 3, удобно ли стоять на них. Нам нужно объяснить им, с какой проблемой они могут столкнуться. Чаще всего они к нам прислушиваются. Ну как вам? Неплохо. Очень даже. Совсем неплохо. Валерий хочет заказать резной орнамент на корме и носовой части, но все еще сомневается в дизайне. Украсить корабль ярко или сделать скромную надпись. Такие решения весьма влияют на бюджет. Все зависит от вкуса, кому что нравится. По непрекращающейся дискуссии я понял, что им не понравилась эта идея, и нам придется все изменить. Мне не нравится. Нет?
Его выполнят из массивного куска дерева, а это стоит очень дорого. Для этого нужен художник, который будет потеть над этим не меньше года. Все будет делаться здесь, и нам нужно закончить до спуска яхты на воду, чтобы не превысить сроки. Но ему решать, хозяин, барин. Я думаю, что мы поговорим позже. Я расскажу свое впечатление. I think we will talk a little bit later, and I will give full impression about my feeling. Аварийное оборудование — важная часть любого корабля. Спринклерная система способна потушить любой огонь во время пожара. Сегодня в яхту загружают специальный бак. Опустишь немного. Хорошо. Это противопожарный бак для спринклерной системы. Он вмещает 4000 литров воды. Если на борту начнется пожар, сработают сенсоры, и вода начнет распрыскиваться. Противопожарная система нужна на любом корабле, но деревянное судно вроде этого нуждается в дополнительной защите. Стены машинного отделения должны быть из стали. Это обязательно. Его нужно обить изолирующим материалом. Мы протестировали наш материал обшивки в лаборатории в Италии и подтвердили его надежность. Противопожарная система очень важна для корабля и его экипажа. Окончательное решение, касающееся дизайна, принято, и мастера тут же приступают к работе. Работа над орнаментом заняла 2000 часов. На ламинированный кусок древесины нанесли не менее 20 слоев эпоксидной смолы. Такой материал легче изогнуть, чем прочную древесину. Соблюдая все правила, вы можете пользоваться материалом многие сотни лет. Он не трескается, не гниет, даже если относиться к нему не очень бережно. А чаще всего так и происходит, потому что трудно соблюдать все правила эксплуатации для судна такого размера. Далее. Чтобы избежать перевеса, яхту необходимо взвесить, но для этого ее нужно поднять. Слышали бы вы стук моего сердца, чуть из груди не выскочило. Супер-яхты. Супер-яхты. Апрель 2012-го. Владелец судостроительной компании Дан Болк едет в Геную, чтобы протестировать Бразилию. 29-летнюю яхту, требующую ремонта. Дело не терпит отлагательств. Мы сели в частный самолет владельца и полетели на Бразилию. Они хотели понять, что с ней не так, какой требуется ремонт и можно ли на ней еще ходить в море. Владельцы хотят узнать, сможет ли яхта выдержать еще одно лето. Сегодня я должен проверить, работают ли все системы двигателей и будет ли она еще на ходу. Это мой план на сегодня. Эта 40-метровая яхта явно изношена, и Дан должен определить, какие детали нужно заменить. Выглядит неважно, а механикам пришлось попотеть, чтобы завести ее. Многое нужно сделать перед отплытием. Нужно заполнить его водой? Да, вам потребуется пара часов. Да, на подготовку оборудования уйдет час или два. Чтобы не терять времени, Дан осматривает яхту. Как видите, панели и потолок нужно менять. Нужно снять одну панель, чтобы понять, насколько серьезна ситуация. Да.
Посмотрим, что дальше. Здесь нужно все перекрасить. И видите, эти следы ржавчины? Они здесь повсюду. Так, что дальше? Ржавчина на раме окна. Это означает, что эти окна надо полностью менять. Деревянный пол пришел в негодность. Нужно исправлять ситуацию. Это тормоз якорной лебедки. Он отходит от основной конструкции, его придется заменить. Все детали старые, по крайней мере, многие. Да, яхте нужен ремонт. Вот почему мы здесь. Май 2012-го. И снова Нидерланды. Время ставить парусную яхту Воронцов на весы. Очень важно знать точный вес судна. Это поможет определить центр тяжести и узнать, насколько глубоко она сядет на воду. Нам нужно взвесить яхту. Наши сотрудники уже рассчитали полный вес судна и почти уверены, что их ожидания оправдаются. Буквально через несколько минут мы узнаем результаты. Надеюсь на это. Хочется закончить все побыстрее. Команда хочет убедиться, что судно не превышает ожидаемого веса в 301 тонну. Огнетушители наготове? Да. Смотрите в оба, все должно пройти как по маслу. Никаких аварий. Опоры, на которых стоит судно, должны подниматься легко, поэтому нужно убрать все препятствия. Чтобы приподнять корабль, рабочие ставят под его дно подпорки. Мы должны определить точный вес яхты. На нее ушло много материала, поэтому мы не вполне уверены в расчетах. Судно может весить 290 тонн или больше 350. Крайне важно знать его точный вес, чтобы определить центр тяжести. Поэтому мы взвешиваем всю конструкцию, даже на таком раннем этапе. От этого зависят все наши дальнейшие действия. Под желтые опоры устанавливают гидравлические цилиндры. Они поднимут громадное судно всего на несколько сантиметров, но этого достаточно, чтобы его взвесить. Напряженный момент. Этот звук означает, что процесс взвешивания завершен. Слышали бы вы стук моего сердца? Чуть из груди не выскочило. Непередаваемое ощущение. Воронцов весит 306 тонн. На 1.5% больше, чем запланировано. Конструктор Гил озабочен. Он считает, что судно слишком глубоко сядет на воду. Но Хэнк уверен, что беспокоиться не стоит. Если разница была бы в тонну, я бы согласился. Разницы вообще не должно быть. Мы обсудили разницу в весе. В процентном соотношении есть точные цифры, и мы их не превысили. Мы уже начали процесс. Его прерывание выльется нам в копеечку. Думаю, это допустимо. Опускаем судно. Гил хотел продолжить дискуссию, а я нет. Апрель 2012-го. Генуя. После двух часов задержки Дан и экипаж яхты «Бразилия» готовы к ходовому испытанию судна. Ремонт займет от 6 до 8 месяцев, но хозяин хочет провести на ней еще одно лето, до которого всего 2 месяца. Бразилия. Мы отплываем на ходовое испытание. Вернемся примерно через 2 часа. Испытание начинается с теста на износостойкость. Яхта будет идти на полном ходу в течение 2 часов. Скоро отчаливаем. На вид все нормально, кроме небольшого нарушения герметичности в этой установке. Они готовы к отплытию. Пойду посмотрю, как там дела. Но тест пришлось остановить из-за проблемы в системе охлаждения. Видите, белый дым.
Это значит, что в двигателе недостаточно охлаждающей жидкости. Да, с ним явно что-то не так. Двигатель перегревается, а это уже серьезная проблема. Тест показал, что ремонт яхте необходим. Но поскольку ее давно не эксплуатировали на полном ходу, хозяева могут пользоваться ею еще одно лето. Май 2012-го. Нидерланды. На борт Воронцова провели электричество. Электрооборудование должно работать как часы. Энергия поступает из центрального щита управления. В машинном отделении есть отдельный щиток и распределительные щитки в передней части яхты и в хвосте. Но главный щит определяет потребности системы и решает, включать ли генераторы, брать ли энергию из батарей или включить сразу два генератора. Сложная система. Это центральный щит управления. Вот генератор. Вон там еще один. Что они делают? Мощность одного генератора около 100 кВт. А яхта потребляет всего 50 кВт. Поэтому оставшиеся 50 заряжают батареи. Топливо не будет сжигаться зря. Когда потребление энергии на яхте возрастет, можно использовать энергию из батарей для питания генераторов. Таким образом, мы не теряем ни одного киловатта. Установка подобной системы – весьма дорогостоящий проект. На инженерный дизайн этой системы ушла пара тысяч человеко-часов. Работа на борту заняла примерно 10 тысяч часов. По всему кораблю протянуто около 80 километров кабеля, а главный щит вырабатывает энергию до 180 киловатт. На борту Воронцова будет свой винный погреб. Непредсказуемость моря усложняет работу техников, ведь на борту будут перевозить хрупкие бутылки с очень дорогим вином. Погреб полностью сделан на заказ. Он с точностью повторяет форму корпуса яхты. Он будет находиться почти на самом дне яхты. Решение обосновано тем, что в этой части корабля самая небольшая качка, а это поможет не разбить бутылки. Над эксклюзивным винным погребом работали 3 человека в течение 8 месяцев. В нем будут храниться 300 бутылок вина, не только при правильной температуре, но и в безопасной позиции даже во время самого крутого маневра. Самым сложным было внести ящики на начальной стадии строительства. Здесь будет храниться 150 бутылок белого и 150 бутылок красного вина. В этих контейнерах бутылки будут лежать под углом 15 градусов. Они расположены очень близко друг к другу. Это значит, что бутылки не вылетят из контейнеров, даже если яхта совершит крутой поворот. Май 2012-го. Такелажное и навигационное оборудование Воронцова вмонтировано в его мачты. И когда его 8 парусов не используются, все эти 1500 квадратных метров ткани покоятся в этой алюминиевой конструкции. Это мачта. Она на завершающей стадии создания. В профиле 2 экструдированные секции. Если внимательно взглянуть, можно увидеть, что эти две секции зеркально расположены по отношению друг к другу. Самая важная задумка внутри профиля – это укрепление, которое позволяет мачте выдержать вес парусов, спредеров, ну и так далее. Оболочка всего лишь часть конструкции. Вся фишка внутри. В профиле сконцентрировано множество инженерных решений. Он должен выдержать давление любой силы. Это складчатая секция с двумя отсеками, в которых будут храниться паруса. Мачты проходят много этапов обработки, чтобы дойти до совершенства.
Я обычно говорю, что на каждую мать, что нам нужно 9 месяцев, как на рождение ребенка. А поскольку таких детей трое, у нас уйдет на это 3 года, не меньше. Высота мачты порой ограничивает ваши возможности. Если мачты слишком высокие для Панамского моста, вы отправитесь в долгое плавание через мыс Горн. Длина этих мачт 50 метров, что позволит яхте пройти под Панамским мостом. Обычные мачты стоят не таких денег, как то, что мы делаем для Воронцова. Мачта со складчатыми секциями и укреплением стоит примерно $500,000, да, не меньше, и это без парусов. Легковесные мачты Воронцова готовы и прибыли с фабрики во Франции. Эти балки просто произведение искусства. Они выглядят как деревянные, но это углеволокно. Производство таких балок — очень сложный процесс, но усилия оправдались с лихвой. Эти гигантские мачты могут выдерживать любое давление, до 600 тонн веса. Потенциальный эффект повреждения сводится до минимума с помощью громадных держателей из нержавеющей стали, распределяющих давление на большую поверхность. Есть компании, которые нас опережают. Я слышал, например, о дизайне 100-метровой яхты, мачта которой должна быть не менее 110 метров. Что ж, нам есть к чему стремиться. Далее. Самая крупная классическая яхта почти готова. 50-метровая мачта вот-вот будет установлена, но все ли пройдет гладко? Супер-яхты. Супер-яхты. Июль 2012-го. Работа над 60-метровой яхтой «Михаил Воронцов» идет полным ходом. Машинное отделение почти закончено. Холодильную установку для кондиционирования воздуха нужно установить в правильном положении. Установка такого крупного оборудования – работа не из простых. Есть опасность повреждения деревянного корпуса. Большой люк на верхней палубе в самый раз, но другой намного меньше. Войдет ли? Нам нужно будет наклонить ее. Поместим внутрь мягкий груз, чтобы нагнуть под более острым углом, и посмотрим, что получится. Машинное отделение превратилось в инженерное. Очень важно иметь четкую систему. Если собирать детали наобум, они могут не состыковаться друг с другом. Поэтому мы четко планируем каждый шаг. Что касается этой яхты, мы не сами делали первые работы, поэтому здесь нужна еще более четкая координация. Трубы в кормовой части уже скрыты, и если блок под ними, нам до него не добраться. Чтобы поместить все эти технические узлы в ограниченное пространство, необходимо 3D-моделирование. Яхта четко измеряется лазерами, затем определяется место для каждой детали. Затем оборудование монтируется в судно и подключается. Ну что, порядок? Она легко пройдет. На огне немного. Ну, я же говорил. Здесь места не так много. А нам нужно установить привод, электронику, систему кондиционирования, насосы. Все монтируется здесь. Для этого нужно больше места. Но поскольку здесь расположен еще коридор яхты, теряется очень много полезного пространства. В общем, вы все видите сами. Да, прошла идеально. Медленно, но идеально. Ничего не повредилось, а это самое главное. Ноябрь 2012-го. Рабочие выбиваются из сил, чтобы уложиться в сроки. Мачту можно будет установить только когда яхту спустят на воду. Но планы срывают погодные условия.
Установка мачты – самый сложный момент для нас, поскольку погода в Голландии часто меняется буквально каждые несколько часов. Продолжительная морозная зима расстраивает работу команды, и спуск на воду приходится отложить. Выбора нет, придется ждать до весны. Февраль 2013-го. На 5 месяцев позднее, чем планировалось, судоверфь наконец готова спустить яхту на воду. Но подобная задержка сильно подорвала боевой дух. Масса факторов, неготовые детали, ну и, конечно же, мороз. Яхта обледенела, поэтому нам пришлось заморозить работы с января до весны и изменить дату установки мачт. В последнюю минуту настоящий хозяин Воронцова решает присутствовать на знаменательном событии и настаивает на тщательной проверке яхты до выхода из дока. Но внутренняя часть корабля покрыта защитным материалом, и команда спешит привести все в надлежащий вид. А Хэнк тем временем готовит главную деталь. Мы мастерим защитную доску. Об нее можно разбить бутылку шампанского, не повредив судно. Когда корабль выведут из дока, мы спустим его на воду. Затем установим мачты, и судно станет настоящей парусной яхтой. Орнамент корабля был закончен вовремя. Да, все сделано на высшем уровне. На него потратили уйму сил и времени. Все покрашено так, что дерева не видно, и это касается всего корабля. Он идеально гладкий и белый. Мы все были в восторге от орнамента. И хозяин доволен, что он выполнен из дерева, а не из какого-нибудь там пластика. Пришло время выводить Воронцова из дока. Все убрали с дороги. Рельсы проверили. Да, можно начинать. После 18 месяцев тяжелого труда 300-тонная яхта готова показаться во всей красе. Впервые вижу ее при свете дня. Волнительный момент. Планы могла сорвать ветреная погода, но сейчас все хорошо, так что думаю, все пройдет на ура. В жизни немного важных дней бывает каждого человека. Но сегодня как раз тот день, когда мне очень волнительно и в то же время очень радостно. Я давно мечтал о такой яхте, что когда-то она реализуется. Последние 6 лет эта яхта была в моей голове, в моих руках, в моих делах. И сегодня этот день для меня очень значительный. Выкатив яхту из дока, команда готова спустить ее на воду. Для этого им нужна специальная рампа. Но передвижение судна такого размера и веса – дело крайне сложное. А на рельсах есть пара неровностей, так что осторожность не повредит. Осторожно! Скачок был или нет? Да был. Не переживай ты так. Есть еще один скачок ближе к берегу. Нужно плавно пройти его, и все будет в норме. Все проходит нормально, не исключая процесс спуска на воду. Ну, почти. Супер. Этот момент меня особенно волновал. Мы планируем серьезные вещи, но не можем проконтролировать полет одной бутылочки. Я все утро жутко волновался. Все прошло просто класс. Сопровождаемый аплодисментами и гордыми взглядами, Воронцов впервые опускается на воду. Но чтобы он стал настоящей парусной яхтой, нужен завершающий штрих. Неделю спустя команда собирается в порту, чтобы установить мачты. На Воронцова установят 3 50-метровых мачты и бушприт. Общим весом 27 тонн, включая паруса. Мы устанавливаем последние 2 мачты. Вчера мы установили бушприт и переднюю мачту. Сегодня займемся средней и хвостовой мачтами.
Все в полной готовности. И я надеюсь, что все пойдет так же гладко, как вчера. Поднимай. Чтобы успешно провести подобную операцию, очень важна подготовка. Я бы сказал, что самое сложное в этом – убедиться в том, что все готово и ничто не забыто, потому что права на ошибку у нас уже нет. Мы проверяем все 2 или 3 раза. Если она сорвется, нас ждет полный крах. 8-тонную мачту поднимают 2 крана весом 200 тонн каждый. Один из них поднимает мачту горизонтально и контролирует угол подъема. Другой поднимает ее на достаточную высоту, чтобы установить на палубу яхты. Крайне важно, чтобы мачта держалась максимально ровно. Риск слишком велик. Можете представить, что произойдет, если часть мачты будет над яхтой, а неверные движения или ветер пошатнут ее. Это нанесет серьезный ущерб яхте. 7-тонная махина будет кружить по этой шикарной палубе, сами понимаете. И самое главное, отверстие для установки мачты должно соответствовать ее диаметру. Даже самый тщательный расчет не дает гарантий. Вы впервые сталкиваете 2 системы, и они должны идеально совпасть. Вы тщательно измеряете все детали на каждом этапе, но все равно не можете быть уверены, что все сойдется. Мачту осторожно опустили в отверстие, но есть проблема. Стоп, стоп! Берегите пальцы. Поднять нужно немного. Ребята, нужно избавиться от этих 2 колец. Кольцо для балки средней мачты слишком узкое. Наши расчеты были основаны на размерах самой мачты, но на ней много гидравлики и кабелей. Это увеличивает размер диаметра. А эту деталь можно удалить, потом добавить декоративное кольцо, и никто не заметит. Под главную мачту кладется специальная монета. Официальная часть. Это традиция, монетка на счастье и безопасного плавания, я думаю. Ребята, берегите пальцы. Когда главная мачта закреплена, ту же процедуру проделывают с бизань-мачтой, последней из 3 мачт яхты. На закате дня Воронцов превращается в шикарную парусную яхту, какой ее представлял себе хозяин. Я очень горжусь. Все прошло как надо, просто идеально. У нас были проблемы, но мы с ними справились. Яхта выглядит прекрасно. Для меня это ценный опыт. Ведь я впервые строил судно из красного дерева. Я в восторге. Эта яхта просто фантастика. Это нечто. Супер. А Валерий планирует строительство нового судна. Да, мы сейчас работаем, мы уже строим судно 141 метр из древесины. Это будет очень фантастическая яхта, чего никогда не делал никто вообще в жизни человечества. Будущее настало. На сегодня Михаил Воронцов – крупнейшая классическая парусная яхта в мире. Программа озвучена на студии «Кириллица», текст читал Владислав Букин.